сборка. Без лишних слов, это бюджетная сборка, в которой... Я просто задумался, почему бы не порекомендовать людям ПК в районе 30 тысяч рублей, который может спокойно вытягивать игры по типу Dota и всего остального. Ведь цены на оперативки не такие высокие, цены на материнки не такие высокие. Мы просто минуем видеокарты и посмотрим, как это скажется на работоспособности компа. Все, без лишних слов, погнали. Начнем с самого важного, это процессор, у нас Ryzen 3, AMD Ryzen 3, 3200GE, он AEM-ный, и сразу тут я хочу осадить всех, потому что у нас А, не было боксовой версии, Б, был только GE, типа, у нас там Vega 8, все дела, помимо этого мы решили взять материнскую плату под это все, честно, планировалась немного другая материнская плата, чуть подороже, кстати, Ryzen стоит у нас 14 тысяч, вот AEM-ная версия, есть также вариант материнской платы, был точнее, чуть подороже, в районе 6, я такой подумал, типа, B450M Gaming от Gigabyte. Это мини ATX, я сказал мини, микро ATX, материнка, я уже поплыл. Далее идут оперативные памяти от XPG, у нас 16 гигов, две плашки по 8. Стоит, я вам сейчас скажу сколько. Одна планка идет 5300 рублей, у нас две планки по 8, это 3200 МГц, там вот эти поддержки гигабайтов, ауры. В общем, 5200 вышли эти оперативки, тут 16 гигов в сумме, 3200 МГц. Помимо этого, поддержка всяких разных RGB примочек от материнок, там от Ауры, от MSI, от Asrock, в общем, кайф. Далее, ну мы планировали вообще взять адаптовские плашки, они были и подешевле, и, по-моему, даже побыстрее, но у нас была только одна планка на 8, поэтому мы забили. Если вы найдете подешевле, вообще сказка, песня замечательная. Цены на SSD-шники, я не знаю, как у вас в регионах, у нас они чуть-чуть подснизились, и я, в общем, взял вот такой вот SSD-шник NVMe M2-2280 от Gigabyte на 256 гигабайт, разумеется. Стоит он сейчас 3000 рублей. Под систему прям вообще пушка-гонка. Поэтому возьмем его, и, по-моему, горе мы не должны знать. Я забыл, что у нас будет охлаждать нашу систему. Вот такой вот ArtWolf Serenity 460 Blue. Вот такая вот башня. Стоит копейки. Но если бы мы взяли боксовую версию, все-таки она была, если она у вас будет в магазинах, то обязательно берите боксовую версию, потому что с этим процессором боксовый кулер вполне справляется. Вот это вот тоже неплохо, но это как выход из ситуации. Идем далее. То, что я буду тестить в этой сборке, то, что мне, на что мне интересно больше всего посмотреть, это вот такой Proton Power Solution. Чифтековский блок питания на 650 Вт. Выглядит достаточно брутально, и чифтеки, я так понял, очень много вложились в рекламу этих продуктов, потому что их вот я... очень много в последнее время, где вижу. Поэтому не ведитесь на рекламу, мы затестим его. Я в конце сборки обязательно скажу свое мнение касаемо этого блока питания. Мне просто очень интересно. Корпус выглядит вот так вот. Так же, как я и говорил, это Micro ATX. Блин, минималистичный. Вроде как внутри достаточно неплохо сделан. Без вот этой китайщины. Плюс ко всему, на передней панели 3 USB, там и джеки, и все остальное. В общем, прекрасно, замечательно. Вот такая вот вещь. Я думаю, стоит сейчас собрать этот ПК, показать вам итог. И обязательно, вот, чтобы вы отписали, как вам вообще эта сборочка. У меня все, давайте приступим к сборке. Погнали!
Дамы и господа, мы сегодня на шоу ПК или дерьмо. И сегодня у нас компьютер без видеокарты, как вы могли выяснить по тестам, он не ПК. Как бы это странно ни звучало, но я сам серьезно не могу говорить, как они будут смотреть просто. Короче, если на чистоту, компьютер отличный для игр по типу Доты, Valorant, CS, вот этого вот всего вообще, вот, ну честно, топ. Он стоит 33 тысячи рублей, ну считай ПК за 30к. Но при этом, при всем, как же потеет голова. Warzone, ну типа, успокойся, говорит этому компьютеру, не надо, не борщи, остепенись. Не побуду немного Рэмбо. Серьезно? Да. Фу, жарко. Если вы серьезно задумываетесь о компьютере, который вам нужен еще и на долгосрок, то это решение, ну, явно не подходит. Хотя из него можно в дальнейшем оставить камень, дополнить его какой-нибудь видеокартой, и на самом деле тот же Warzone гонять вообще прям на изи можно. Но если вы человек, который задумывается взять вот это или чуть-чуть поднакопить и взять с видеокартой на каком-то другом процессоре, на процессоре, который мы снимем в следующем ролике по сборке, то тогда, мне кажется, лучше задуматься о более затратном решении, так скажем. Но, блин, при этом, при всем, эта сборка мне достаточно неплохо зашла, именно для вот киберспортивных игр. Мы, типа, нагружали максимально сильно, но она себя чувствует прекрасно. Как-то так. Вот такая вот получилась сборка. Если у вас есть мнение на эту тему, пишите обязательно в комментариях. Также не забывайте писать в комментариях, что вам, ну, билды, которые мы будем использовать против iMac. Если вы не смотрели ролик, посмотрите, он был буквально перед этим. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, не забывайте комментировать. Счастливо.